На улице Герцена ремонтируют тепловые сети. Участок протяженностью более 150 метров будет заменен к сентябрю. Это плановые работы. Последние проводились в 1996 году. После этих об участке на Герцена можно будет забыть еще лет на 30. Таков срок службы новых труб. Кроме того, технологии позволяют осуществлять дистанционный контроль за состоянием теплосетей. В изоляции трубы находится полупроводник, который обеспечивает измерение сопротивления. Если сопротивление меняется, значит в системе что-то не так. Сигнал отправляется к диспетчеру. Наличие влаги в изоляции трубы изменяет сопротивление. Соответственно, это означает утечка теплоносителя. Новые технологии позволили сократить и время прессовки до нескольких дней. Отключение горячей воды в этом году многие ивановцы даже не заметили. Новые технологии позволяют нам, даже в отличие от Москвы, не отключать горячее водоснабжение даже на 2 недели. Если нет каких-то аварийных отключений, то в течение 1-2 суток решается вопрос по прессовке. И, соответственно, это стало возможным благодаря применению новой технологии, которую коллеги из ТГК-6 применяют. Ну, соответственно, они проверяют в том числе и наши сети. Есть горячая вода сейчас и на улице Герцена, несмотря на то, что трубы, которые меняют, обеспечивают этим ресурсом 3 дома. Тут дело уже не в новых технологиях, а в элементарной заботе о горожанах. К их домам подвели специальные гибкие шланги, по которым и поступает вода к потребителю. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.